Всем большой привет! Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price. Сразу же хочу сказать, обзор будет интересным, потому что сюда завезли классные новинки. И всем, кому интересно, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. Красивая садовая декоративная фигурка, она небольшого размера, два вида, цена 149. Милая, симпатичная и аккуратно изготовлена, смотрится классно. Приятно, что состав не доломит, а полирезин. И кто любит товары для сада и огорода, они вас ждут. Следующая новинка — это горшок для цветов среднего размера, 4 цвета, все они нежные и очень красивые. Внешняя сторона ребристая, аккуратно изготовленная, в руках удобно держать. Стенки плотные, толстые, на дне с одним отверстием. Состав доломит. Хорошие горшки, приятные цвета, каждый найдет свой любимый цвет. Цена 199 рублей. Светильник светодиодный с пультом управления, работает от 5 батареек, которые не входят в комплект. На пульте находятся 4 кнопки, это включить и выключить, яркость свечения и таймер на 30 минут. Между пультом и светильником дистанция до 6 метров, 2 режима яркости. Светильник крепится с помощью двухстороннего скотча, который уже в комплекте. По размерам не глубокий. Световой поток 50 люмен, срок службы 8000 часов. Состав АБС, полистирол, ПВХ и сталь. Интересная новинка, цена 249 рублей. Рядом тоже светильник с хорошими отзывами, цена 77 рублей. Налобный аккумуляторный фонарь с кабелем USB, цена 149 рублей. Кабель USB для подзарядки длиной 20 см, максимальное время до 4 часов. Световой поток у одного фонаря 150 люмен, у другого 100 люмен. Время зарядки до 2 часов. И еще также написано, что у фонаря регулируемый угол наклона. А набор для творчества Sharp IP, лепка 3D, форма мышки для детей старше 5 лет. А есть еще в форме пингвина и милого мишки. Подробная инструкция, как лепить фигурку, нарисована на обратной стороне упаковки. Цена 99 рублей. Набор цветных фломастеров ретро с толстым наконечником продается в удобном кейсе. Эти фломастеры подойдут для идеального раскрашивания, яркие и насыщенные цвета и большой запас чернил. В этом наборе собраны все цвета, всего их 12 штук. Кейсы немного отличаются изображением, но цвета одни и те же. Удобный пластиковый пенал, будет все храниться в одном месте, цена 149. А для самых маленьких детей можно купить восковые мелки, ширина мелка 14 мм, идеальны для первых уроков рисования, при сильном нажатии прочные, не ломаются, в упаковке 12 цветов. Цена набора 77 рублей. И еще для детей завезли мыльные краски с названием «Алиса. Веселое рисование». Гипоаллергенный состав абсолютно безопасен для кожи и также легко смывается водой. Продаются в желтом, в зеленом цвете. И еще есть малиновый цвет. С этой краской можно купаться, также наносить на кафель, на поверхность ванны. Она легко смывается с водой и не оставляет следов. В этом магазине увидела 3 цвета, объем 75 мл, цена 55 рублей. Набор простых карандашей 12 штук, мягкость В, цена 55 рублей. Новые стирательные резинки Last Fig, продаются они в ассортименте в разных цветах. Цена за одну штуку 18 рублей 30 копеек. Привезли новые симпатичные блокноты небольшого формата. 72 страницы, производит Китай. Листы в синюю клетку, прошитые. Обложка плотная, при желании можно снять. Блокноты продаются в двух цветах с разными изображениями. Еще есть вот с таким символом, возможно, это китайская надпись. Цена 149. Следующий блокнот на спирали с тонкой обложкой. И продается с разными изображениями. Блокнот формата А6, листы в клетку, 128 страниц. Изготавливает Россия, город Аксай. Листы хорошо пролистываются. Цена невысокая, 55 рублей. Третий вид блокнота с глянцевой плотной обложкой формата А5. Листы все цветные, яркие, с разными изображениями. Продаются в ассортименте в разных дизайнах. У блокнота 80 листов, но они не прошиты. Рисунки все яркие, четко выраженные, с милыми симпатичными изображениями. Думаю, понравится многим. Цена 99 рублей. Производит город Донецк. Большая мелкая антистресс с ароматом. Продается в разных формах животных, у всех большой размер и разные ароматы. Цена 149 рублей. Состав полиуретан, производит Китай.
Кто еще не знает, в магазине Fix Price продаются очень красивые декорации на праздник Пасха. Выставлены они в большом ассортименте с большим выбором. Можно собрать различные букеты декораций и украсить свой дом. А в отделе косметики тоже появилось очень много новинок, новые уходовые средства. Маска для волос «Блеск и сила», роскошные масла с авокадо и олива. И эта маска находится в приятной и красивой упаковке. Эту маску изготавливает торговая марка «Парлита» Тарстан, город Казань. Можно использовать регулярно в качестве кондиционера или два раза в неделю как маску. А второй вид маски для волос восстановления с маслами органа и макадамия. И третий вид маски питания с маслом кокоса и миндаля. Объем 150 мл, цена 55 рублей. А новый шампунь для волос появился на полочках Fix Price. Уход и защита с оливой и алоэ вера. Шампунь эффективный, восстанавливающий, с натуральными компонентами. И все это находится в красивой и стильной упаковке. Из этой же серии можно купить питательный бальзам для волос «Роскошь масел с оливой и авокадо» в таком же дизайне упаковки. Объем большой, 500 мл. Бальзам питает, увлажняет, и волосы становятся шелковистыми, гладкими, без утяжеления. Объем шампуня 500 мл и цена за одну штуку 77 рублей. Бальзам «Яркость цвета» для окрашенных волос с экстрактами ежевики, маслом миндаля и маслом ши. Питание, уход и увлажнение, 0 силиконов, красителей и парабенов. Следующий бальзам «Энергия природы» для нормальных волос с экстрактом лаванды и розмарина. Питание, уход и сила. Объем 400 мл, цена 55 рублей. Гель для душа с новым ароматом макадамия, очищение, уход и мягкость. Объем 500 мл. Цена 55 рублей. В интересной упаковке продается гель для душа с захватывающим ароматом и свежесть энергии. Объем 400 мл. 77 рублей. От Кира новая инновация. Мгновенный восстановитель структуры волос против выпадения подходит для ослабленных волос. Восстановитель несмываемый, сокращает выпадение, стимулирует рост волос, придает блеск и объем. Изготавливает торговая марка Florissan, восстановитель с распылителем. Объем 275 мл, цена 77. А новое жидкое детское мыло с ароматами ежевика и малина для ежедневного ухода с натуральными компонентами. С отметкой «Для детской гигиены» содержит экстракт календулы. Продается в мягкой упаковке. Мыло густое с приятным ароматом, объем 1 литр. Продается в ассортименте, цена 55 рублей. Туалетное твердое мыло Мон Пари. В переводе обозначает цветение жизни, масса 200 грамм, производит Нижний Новгород. Цена 55 рублей. Фигурное твердое крем-мыло в форме сердца с лепестками фиалки. Лепестки или зеленые крапинки видны. Мыло содержит натуральные ингредиенты, кремообразная форма с ароматом цветов, изготовленная по ГОСТу. 75 грамм, 27,50. Для мужчин появились новые антиперспиранты, это аэрозоль, спрей и карандаш по ценам 149 рублей. Не знаю, как называется бренд, но от него появилось три вида крема для рук. Первый – это шелковая гладкость с органовым маслом и эластином. Второй вид крема – бархатная мягкость с маслом кокоса и аллантеином. И третий вид – нежное омоложение с маслом оливы и протеином. Такие же стильные и красивые упаковки, как и у шампуня, цена 55 рублей. Жидкое мыло в мягкой упаковке, объем 1250 мл с новым ароматом ананаса и карамбола. Для меня это новый фрукт, не знаю, какой он на вкус и аромат. Привезли только с одним ароматом на ощупь, мыло густое, цена 55 рублей. А второй вид жидкого мыла питания и увлажнения тоже продается в мягкой упаковке с маслом оливы. Объем 1500 грамм, упаковка более удобная по сравнению с первой. А жидкое мыло для нежной кожи, которое интенсивно увлажняет с натуральными компонентами, с маслом авокадо и мяты. А следующий вид жидкого мыла – тропический кокос в составе с маслом ши и экстрактом кокоса. Объемы у всех у них одинаковые, такая же, как и цена – 99.
От Витаника шампунь яркость цвета для окрашенных волос с экстрактами ежевики, маслом миндаля и маслом ши. Очищение, питание и защита. 0 силиконов и парабенов. Шампунь с экстрактом увлажнения для ослабленных волос, очищение, уход и питание с экстрактом алоэ вера, гиалуроном и витамином. Шампунь энергия природы для нормальных волос с экстрактом лаванды и розмарина, очищение, уход и сила. И шампунь роскошь питания для поврежденных волос в составе омега-3, омега-6 и масло семян хлопка. Объем 400 мл, цена 55 рублей. Опять новая марка для меня, к сожалению, не могу прочитать название, боюсь исказить. Пенящийся скраб для тела. Продается два вида с ароматом яблока и арбуза массой 200 грамм. И сквозь упаковку видны скрабирующие элементы. Скраб бережно очищает, придает ей упругость и эластичность, а скрабирующие частички создают легкий массажный эффект. Цена 77 рублей. В отделе посуды тоже появились новинки, и первая из них – это поднос. Продаются они в ассортименте три вида и немного отличаются друг от друга. Размер 39×27, изготовленный из полипропилен, но пластик тонкий, цена 99 рублей. И как всегда, производитель Китай. Подставка для губки продается в наборе сразу же с губкой. Подставка в форме недовольной курочки. А состав Доломит Поролон производит Китай. Силиконовые формы для кулича, которые легко потом снимаются. Объемы 1,8, 1,1 и 0,4 литра. Находятся друг в друге. Силикон тонкий, мягкий, выдерживает температуру до 220 градусов. Продаются в 4 цветах. Цена 249 рублей. Хорошая и полезная новинка наконец-то появилась. Это подставка для губки на кран, которую можно повесить на любую высоту. Подставка двойная, легко вынимается с декоративного корпуса, внутри с отверстиями. Декоративный корпус без дна. Подставка подойдет как для губки, так и для чистящих средств. Продается в ассортименте в 3 цветах. Состав полипропилен, термопластичная резина, производит Китай. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Я вам показала все новинки, которые завезли в этот магазин. И если вам это видео понравилось, было интересным и полезным, ставьте пальчик вверх. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, до новых встреч.